Здравствуйте, с вами Флаттершай, как видите, на стриме проработить. Мачкасу подхватывает первый. The Trap. Западня. Уже секта. Девятая или восьмая, уже не помню. Не, секция седьмая, комната С. Вот мы на этом и остановились. Ну чё, продолжаем. Так. Ну да, мы тут остановились, понятно, что тут произошло. Кстати, нам оружие не забрали, что у нас есть. Все есть. Все есть, что только можно. Ладно, подготовим это оружие. И чё? Босс, The Bomb Machine. Машина для бомб. Тут босс, что ли? Ой-о-о-о-о-о. Эй. Эй-эй-эй-эй. Ой. Чё за херня тут происходит? Тут мясо. Мясо. Ты где? Сдохни. Отрединное начало. Намного. Жестко все. Ладно. Мы приготовились. Я нажал не ту кнопочку. Извиняюсь. Вместо кнопок смены в уровне... Ой, сохранение нажал загрузку. Вот так сохранимся. Все. Окей, мы готовы. Окей, бомб машин. Вы. Так, где скат? Вот этот скат и пролетел, вот он. Вы меня не видите? Ой-о-о-о. Увидели все-таки. Ладно. Еще раз. На то бы эти бомбы до нас не дошли. Вот тут и постоим. Где эти твари? Вот они где появились. Чё меня убило? Блин, трамплин. Я его даже не заметил. Сдохни. Молодец. Всё? Нахрен. Минлибук помог вам преодолеть непреодолимые препятствия. Что, выход? Реально? Значит, мне сражаться, я могу именно им кучки поставить и по ним забраться. Ладно. Кнопки нету. Мы должны кнопку добавить. Найти. Все? И все, что ли? Ладно, еще делать не надо. Оу. О, блин, сколько тут всякого. Кто по мне стреляет? Откуда вы там взялись, если даже не заметим? Все. Сейф. Блин, что тут делать? О. А вот это как раз. Сейчас быстренько всех убьем. Помню эти штуки. Блин, как орёт. У меня, блин, не слышно моего голоса так ущипит. Так, ладно, что тут у нас? Патрон для автомата. В смысле? Что-то не понял, что происходит. Короче, мне нужен патрон. А-а-а. Вниз. Все закрылось? Сколько тут вообще? 4, 6, 9. 11 щелей. А нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну да, 11. И что это? Когда тревога врубилась. Это что за херня? Что это за херня? Я чё-то ни хрена не понял, что это за тревога была. Блин, гранаты. А как гранаты добавить? Дойти, добраться. Гранаты нужны, чтобы их убить, эти турели. Ну, гранаты мне кидать же. Я не понимаю, что делать тогда. Что это такое? Она убивает.
Ну это логично, да. Ну а почему она не сработала сразу? И как от нее спрятаться? А вот это непонятно. Так, ладно. Давайте подумаем получше. Что можно тут сделать? Ты видел? Там наверху что-то было. Блин. Я долго тут буду помаяться, все будут тупить по глупости. Там наверху что-то есть. Блин, вы там меня достали уже. Блин, эти тентакли твари. Они меня убивают. Блин, что мне делать? Как от штуки выбраться вообще? Блин, я это... Я, блин, реально не понимаю. Тут выжить нереально. А чё там? Кнопки! Вот в них можно выжить. Только каким образом? Блин! Ненавижу эти хрени. Твари мешают. Мне кажется, в этих штуках можно выжить. Да! Вот как выживать! Я понял. Спасибо. Охрененная тактика этих монстров, да? Опять? Понятно, они появляются каждый раз, когда кат появляется после перегрузки. И этот тварь. Благо жизни восстанавливает. Это боя. Ладно. Давайте подумаем, что надо сделать, чтобы... Ой, сейчас бы эта херня поубила. Нахрена. Логично, да. Ладно, мне нужна деталь. Где ее взять? Там наверху что-то. Блин. Я достал так делать. Тупая тварь. Стрелка! О! Эй! О! Букваш мы нашли. Окей. Отлично. Куда букваш ставить можно? Ты меня достала. А, я понял куда. Блин. Да вы меня бесите уже так делать. Тупые чентакли. Вы меня достали. О! Нет! О, букваш! Так, а чё там находится? О! Блин, все просто так. В принципе, эта штука больше не нужна. Мы открыли. Так, опять тревога. Ну, с тобой я знаю, как иметь дело теперь. Да что? Все просто. Ладно. Приготовимся. Успел? Успел. Ба! Это был бред. Все. Я жив. В этой зоне. Да, реально, такое поле жесткое. 10 хп оставляет. И убивает быстро. Но эта штука регенерацию делает. И это круто. Все. Ладно, боремся сначала с этой тварью.
Чем меня убило? Тебе достало, тварь, так делать. Иди нахрен. Все. Теперь я могу вас уничтожать, эту дьявольскую машину. На. Бля, много сложная тактика. Блин, я даже не докидываю. Ты вы что, издеваетесь? Умри. Во! Во! Это еще уничтожим теперь. Да не, в принципе, простая просто. Гранат, блин, маловато. Все. Я думаю, быстренько справимся с этой штукой. Благо, на наш автомат по выдаче гранат не уничтожает. О! О! Да сейчас все быстро будет. Я вообще мастер по метанию гранат. Блин. Я же сюда попал уже. Давай. Три штуки. Все? Понятно. Ну сейчас все быстро будет. Где-то это поя. Благо много времени дают, чтобы это заполнить. Давай, давай. Все. Все просто и. Давай, поя, атакуй. Молодца. Они думают, что меня эта хрень убьет. Но не. Так. Остались три штучки. Все. Давай. Монстр. Да я же тебя убил. Стоп. Блин, три вилка. Уничтожит эту маску, адскую машину. Это был бред. Меня убила лава. На. А я готов к вам. Благо их мало, этих монстров. И все просто. Давай. А я играю на харде. Да, на харде. Все. Все. Машина уничтожена. О-о-о-о. Все? Чё? Чё-то сзади есть? Вы получили трофей. Total Annihilation. Короче, уничтожители машины, как я понимаю. Вообще охрененно. Все, машина мертва. Мы... Блин. А чё там наверху вообще? Почему я постоянно наверх пытаюсь? Да блин, меня достало это. Чё тут? А давайте зарегенерируемся. Благо, нет монстров. Нет этой штуки больше, машины. И мы можем просто подлечиться. Все. Круто. Да. Заберем то, что нам причитается. Патрончики. И еще пока. Спасибо. Так. И еще вот эту штуку заберем. Патроны. Я думаю, блин, зависло, не пугай так игра. И еще патроны. Пригодится, если оружие не заберут. Что там дальше у нас будет? Еще жестче чего-нибудь придумают. Так, хватит так тормозить при сохранении. Что это вообще за не? Вы взяли кристальную кнопку. А-а-а! Это из кристаллов кнопки и делаются. Ну да, вот. Кристалл же. Ну и гранаты заодно восполнили. Чё? Отвали, мразь. Всё. Да что за тормоза при сохранении? Всё. Мины наши. Сколько там максимум мин можно таскать? А, нас ещё толкает. Типа, чтобы не блокировали. Четыре. Пять. Шесть.
А, 5 штук только. Face Tower Enemy для врагов мины. Ладно. В принципе, зачем так и подсказ? Я хочу посложнее, вот так. Пум, пум, пум. Я дебил. Ну ладно, бывает. Не, на самом деле охрененный был способ. Просто я что-то затупил. Не так прыгнул. Я хардкор обожаю же, вы знаете. Да, давайте сразу сохраним, чтобы по 1000 раз не видеть одно и то же. Так, 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 так. Охрененный путь. И заодно еще заберем больше мин. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. То, что и причитается. На всякий случай. Ну чё? Проще по одной репы. Да, интересно, загвоздка. Ну чё, портал? Чё ты мне скажешь? Ну да, та самая херня. О-о, как быстро. Быстро телепорт, я думаю, будет подольше. О-о-о. Секция 8. Специальная кнопка. Последнюю секцию. Последняя. Вот ты где, наконец-то. Я скучал без своего очкастого, харизматично-молчаливого любимчика. Мы не выяснили причину поломки, но зато мы починили систему телепортации, благодаря чему ты можешь продолжить аттракцион. Нам необходимо заказать новый антивирус на наш сервер и почистить загаженное место. Так что мне будет чем заняться, пока ты и еще 113 объектов проходят испытания. У нас впереди еще много тестов. Еще часов на 5. Шучу. На самом деле это последнее испытание на аккуратность и терпение. Аккуратность, терпение. Ну ладно, это же в следующий раз уже будет. Надеюсь, вам понравилось. Следующая секция будет последняя. С вами была Fluttershy, Битый Тонатор. Всем спасибо за просмотр. Довожу до вашего сведения, что ваш конкурент-читер, воскресший из мертвых, уже дошел до конца и отпущен на свободу. А ты записался в... Короче, там пару фраз сказали. Ну, в следующий раз их прослушаем, так меня опять отвлекли, уже достал. Так что на этом заканчиваю. С вами была Fluttershy, Битый Тонатор. Всем спасибо за просмотр. Следующий за вами игрок до сих пор не умер. И следует по пятам. Очень похвально. У нас наплыв талантливых игроков. Окей. Ладно. С вами была Fluttershy, Битый Тонатор. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кижи пока. Ей. Надеюсь, он больше ничего не скажет. Хотя не. Скри.